второй раз за день еду по зеленой ветке, пытаясь снять открытие станции Ховрино. Первая попытка была неудачной. Узнал, что вроде в 3. Вернулся домой, пообедал, спокойно поехал назад. Сейчас 3:30, но, по-моему, тот же самый результат. Хотя вот что-то встали в туннель. Ну, предыдущий поезд, на котором я ехал, в эту же сторону объявлял, что следует до станции Речной вокзал на каждой остановке. Вот я пересел на следующий в надежде, а вдруг... Ну, в общем, он тоже где-то там в центре сказал, что до Речного вокзала. Ну, ладно, похоже, опять придется ждать какое-то время. Главное, чтобы дождаться, а то будет совсем обидно, если еще раз ехать. Да, ну, судя по людям, все по-прежнему, так что я буду выключаться, чтобы не дразнить гусей. Это я не понял. Вот, вот это да. Вот это совсем неожиданно. Ну, вообще фантастика какая-то. Я ведь пересел просто, чтоб на всякий случай. И чуть не вышел. Проехали замороженную станцию, так сказать.
что ж, вот так вот совершенно внезапно я оказался здесь. На первом поезде по Хыже. Вообще обалдеть. Ну вот тоже такая же половинчатая, справа черная, слева светлая, ну коричневая, правда, конечно, здесь коричневая. Ну вот такая вот станция. Ну камеры, смотрите, здесь такого раньше не видел на станциях, что на колонне. Скамейки такие массивные. Ух ты, а камер-то сколько? Через колонну, смотрите. Ну вот он.
Дождали? Да. Ну, о, здравствуйте. Вы видели Ёж, который ехал? Нет, я не видел, я только что приехал. Майк, кружка, флешка. Да, прямо вот там? А, прямо в тот вестибюль налево. Хорошо, Николай. Спасибо. Так, ну я так ходком отправился по наводке вот зрителей. Не так, чтобы мне этот подарок нужен, конечно, но просто все равно снимать-то надо что-то, так сказать. Да и вестибюль посмотреть заодно. Похоже, что тут уже ничего не раздают. Так, ну туда длиннющий переход. Выйду. Так, тут поля бескрайние, леса. Так, ну это я читал, что все вчера было посажено. Грунт вроде тоже вчера писали. Или в позавчера, что-то, ну буквально на днях тут все свозили.
Так, ну под ногами, конечно, жуткая грязь. То есть никто здесь не помыл. Ну да ладно. Так, ну чё, это тот выход. Ладно, вернусь на станцию, пройдусь еще разок по платформе. Ну, тут вот видно, торопились, не успели, так сказать, асфальт сделать или плитку. Да, по поводу запаха обычно спрашивают. Запах нового метро. Нету запаха никакого. Все давно выветрилось. Посмотрите новости по вопросу открытия Ховрина. Там вылезают от 15-го года новости, что откроют в 16-м. Ну вот сами представьте себе. Все уже выветрилось. Камер невероятное количество, прям смотрите, все усыпано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук вот только тут. Ну ладно, пойду. Пойдем туда.
умотались? Да, все. Да, уже все. Сейчас на Новогодний поедем. На 11. Вы думаете, как парки можно
ночи не спали, блин. Ну что, друзья, все, наверное, на этом я закончу. Выключусь. Сейчас посмотрю, есть ли здесь 4G. Может быть, небольшой стрим устрою. Потом поеду уже назад домой монтировать и все такое прочее. Так что сейчас выключаюсь. Не знаю, может быть, потом еще отъезд со станции сниму отдельно. Но это же после повторного включения. На этом пока все. Всего доброго. Так, все, я провел такой небольшой стрим, там 80 человек собралось, представление о станции получили, вот ее сравнили с тортом, или тортом, я вот затрудняюсь с этими точностями, вот, типа как слоеный торт такой, сливки и прочее. В общем, я поеду домой, стараюсь выложить оперативно это дело. Ну, к вечеру, наверное, ближе к полуночи что-нибудь. Процесс такой не быстрый. Сажусь.